Мне не нравится, как ты на меня смотришь. Акции мне не нужны. Я просто хочу развода. Я говорил, не упоминай это больше. Я хочу развода. Дзян Лэнь, неужели рядом со мной ты правда так несчастна? Лу Динджи, просто сделай это. Прошу. Хорошо. Я помогу тебе. Ты все равно не помнишь моих слов. И веришь тому, что говорят другие. Подписывай. Что смотришь? Подписывай. Доктор, что с ним? Господин Лу, госпожа слишком эмоциональна. Ее тело не выдержало, потому потеряла сознание. Ничего серьезного. Ничего? Но рекомендую поехать в больницу. Проверив там, мы узнаем, что с ней. Хорошо, я понял. Можете идти.